вот иначе. И у меня был ролик и записалась без звука. Вот косметичка. Ей 300 лет. На самом деле меньше, но много лет. Я ее получила то ли за заказ, подарок и фреше, когда покупала водичку из той же коллекции. И фреше натур. Натурель какая-то там. Какая-то там лимитка натурель. И там такой же на коробочке с духами был дизайн, как здесь. У меня на днях, ну может неделю назад, отвалилась вот эта фигня, которая закрывает. Ну и она сама уже вообще никакая. Но у меня есть косметичка от Светы из Москвы. В ней была какая-то косметика. Короче, так как я не очень помню, что от кого и от кому. Ну, у меня там есть что-то подаренное кем-то мне, что-то покупала я. Поэтому я не буду говорить, что от кого, потому что половины что от кого я не помню. Просто буду показывать, что тут. И сюда перекладывать. А сейчас так прикольно, сам у себя в наушниках слышишь. У меня есть тут ватные диски Aura Classic. Ультрамягкие. 100 штук. Ну, сейчас их меньше, конечно. Я в оранжевом халате. Сейчас вот такая помадка. В первой версии АСМР я обнаружила, поофигевала. Не, я честно оставлю те куски этих роликов. И где вот я говорю, однажды у меня будет время и настроение, я срежу те моменты глухонемой. Ну, где я вот говорю без звука и оставлю как есть. Те, которые как бы со звуком, склею их и выложу на канал. Ну там же АСМР, хрен, я столько времени потратила. Вдохновенно так. Короче, я покупала эту хренотень на Алиэкспресс. Это Тиасон Лип Клау. Натуральные фрукты. Я забыла вообще про него. Я думала, он у меня закончился и был в каких-нибудь пустых баночках. А он, оказывается, просто затерялся в косметичке. Прикольный. У меня есть Infinity Shine Lip Gloss Catrice. Наверное, надо делать сводч. У меня даже есть ватка, но смывалка там. Хотя, слушай, зритель, я сделаю сводч. Правда, у меня кожа слегка загоревшая, ну. Вот. Я пользуюсь то чисто вот поверх губ, то какой-нибудь помадой, а потом этим блеском. Обычно поверх фиолетовой NYX, которая... И поэтому щеточка тут, ну, немножко не совсем такого цвета, которая вот изначально. Но все же у меня зацепилось по большей части, как он должен быть. Где он тут? Вот. Фиолетовая NYX. NYX Liquid Suede LSCL06. Может, кому-то интересно. Где оно тут? Вот. Оно более теплое. Может, потому что я при свете лампу снимаю. Ну, сейчас уже как бы вечер. Может, какой-то дофига звук. Я-то от ваших звуков ничего не ловлю. Он, возможно, был в пустых баночках, а может, и уже и не был. Я не знаю. Ну, короче, у него когда-то закончился срок годности. Но после срока годности он мне стал больше нравиться, чем до этого. Он очень клевый, короче. Я ему губы увлажняю, если не забываю. Иногда увлажняю, но наношу перед тем, как какой-нибудь помадой поюзаться. Ногти увлажняю. Но сейчас тут лак, который есть вот в этой косметичке.
Я нюхаю со звуком. Помада Фаберлик 40085. Розовая. А я же должна ее заюзать на руке. Во. Где она тут, блин? Во. У меня есть помада. Да.
сейчас на ногтях, это Oriflame Sevan. Мне его подружка надарила. Будет прикольный такой. Он как бы и прозрачный, такой голубенький, с этим шиммером. Я не люблю лаки с шиммером. Вот в пустых баночках был такой лак с шиммером. Но вот бывает шиммер такой, который, ну как-то он мелкий, ой, пардон, нейтральный. А бывает вот такой, как в пустых баночках, который стираешь, и везде эти блески вообще жуть. Сальчика. Расчесочка из вишневого дерева, заказанная на этом самом Алиэкспресс когда-то, может, лет 5 вазала, вообще чисто прикола ради, она 31 рубль стоила, я думаю, дойдет или нет. Дошла. Музыкальные звуки такие. Я сейчас ее вытру, чтобы уж совсем не...
кот, который рядом. Там кошка сидит. Я ее выставила, чтобы она тут мне звуки громкие не делала. Я надеюсь, она сюда не ворвется, а то она бывает делает такое. Короче, вот, в порядке убывания. Звуки, которые отсюда дошли тихим АСМР. Вот у меня тут есть Мадли Сьонс 7-7. Да мне недавно дарили. Очень прикольная помадка. Ой. Вот. Вот этот вот. Блин, как тебе показать того? У меня есть жидкость для снятия лака. Доктор Нейл, ваш яркий маникюр. Жидкость для снятия лака, кальций, лимонное масло. Очень классная жидкость. Я периодически ее покупаю. Правда, я сейчас редко ногти крашу, поэтому она долго еще вот не заканчивается. Но клевая. У меня есть вапеликовая помада 410042. Вот, вот она. Вот под нее надо на губы наносить какую-то гигиеничку. Иначе она очень сухая и плохо ложится. Только если, конечно, на улице не плюс 30. Зато в перезаписи я лапы машу вот этой фигней. Ну, в смысле, делаю сводч. Это у нас Oriflame On Color. Все такие разных немножко оттенков. Блин, некоторые растекаются. А этот самый растекся до фиолетовой, ну который Calvin Klein. У меня есть замечательный бальзам для губ. Матовый, розовый и фраше. Лимитка хрен знает какого года. Новогодняя. У него такой пудровый эффект, когда вот, где у меня отладка, когда на губы наносишь, он высыхает, и вот если в один слой, то он будет бледнее, чем это. Тут несколько слоев я растушевала. Единственный минус его пальца наносить. Такая красивая рука. У меня есть заколочка от какой-то подписчицы. О, что она меня уже давно не смотрит, но вот заколочка осталась, я юзаю ее периодически. Это вот, ну как бы ручная работа пластика. У меня есть такая штучка, и там где-то еще подобная штучка. Это с, Алиэкспресс, ну а другая штучка с этого, с Lightensbox'а. Это, короче, с китайских сайтов очки вытирать. Такая вот штучка. О! Этот китайский блеск, он, оказывается, сладкий. Я его сейчас немножко так облизала внутри губами, а он сладкий. У меня есть эйвоновская помада. Когда-то я еще была представителем Avon. И вот мне она пришла в подарок за заказ от Avon. Смотри, сколько заюзано. Вот она. Вот это вот. У меня есть... Остаток, ну, большая часть от белка, короче, аниме, которое это, по-моему, не осилило. Что-то там меч онлайн или борьба меча онлайн или искусство меча онлайн, хрен его знает. Это от одной подписчицы. Я не знаю, смотрит меня вообще сейчас или нет. Ну, короче, вот подписчицы. У меня есть лак, который мне пришел в подарок за заказ. За... Вообще там что-то не косметическое было, но вот этот лак там был. И розовый, который был в пустых баночках. Это вот Салика. CR Cairo 12 мл. Он такой, ну, хотелось бы сказать моноаромат. Ну, моно такой цвет, матовый вообще. Так, у меня есть помада Camel. Дикий край.
номер 6 я когда-то в улыбке радуги покупала в Ярославле. Красная. Вообще у меня лет так в 15-20 были. Была такая, в общем, градация. Либо розовый такой лепесток розы назывался, помада. Либо красная, либо коричневая. Меня то туда бросало, то сюда. Вот вторая фигня, это более древняя, чем та. А это пилка для ногтей, тоже из советского маминого этого набора педикюрного, маникюрного, ну что-то в этом роде, короче, блин. Вот матовый флакончик эйвоновской помады. Смотри, сколько заюзано, она мне очень нравится. Так, блин, где бы тут нарисовать-то? Вот. О, самопальный блеск для губ имени меня на каких-то тенях от Max Factor, который мне кто-то присылал из подписчиков, то ли в поменяшках, есть какой-то блогер же менялась тогда. Ну да, я страдала такой фигней, как поменяшки. Сейчас я понимаю, что это мне как бы не нужно совершенно. То ли еще что-то, ну вот, где-то еще был такой флакончик, но, по-моему, он уже сдох тогда. Остался только этот. Я думала, что его уж нет, а он еще есть. У меня есть лак для ногтей Avon Gel Shine, сделан во Франции, да. Из, по-моему, ну, вот из последней посылки от подписчицы. Красивый. Я им, правда, только один еще раз пользовалась. И вообще, что-то редко лаками им пользуюсь. Тут вот внезапно вспомнила и вот. Так, у меня есть еще одна помада от Avon. Вот как раз те флакончики, которых три. И один из них матовый, этого, таких глянцевых. Это вот, вот такая, короче, помада. Сейчас я ее тоже день нарисую. О, зритель, у меня, по-моему, подобных оттенков. Ну, смотри, тут такое яркое такое. А дальше вот они как-то между собой переплетаются. Смотрю на них, мне не то, чтобы они какие-то вот тут одинаковые, но они как-то все одна в другую переходят. Кроме от оранжевой, ярко-красной, ярко-малиновых двух. Ну, одна малиновая, другая более красно-малиновая. И вот этой фиолетовой, еще розового блеска. И две еще коричневых. Или что-то в этом роде. Как-то так я уже тут сама немножко себя измазала. Одно за другое зацепилось. У меня есть вот такая фиговина. Она была в некоторых моих видео с уходом на месяц. Но последние пару месяцев я про нее забываю, хотя юзаю. Она как бы красящая такая. Изначально была зелененькая. Потом вот красящая стала. Наносится на губы. Сначала бесцветная, такая прозрачная. А потом она проявляется красненьким. Я ее использую как бальзам для губ. По большей части. Только вот у нее дефект такой. Крышечка, блин, она еще и липкая. Тоже на Алиэкспресс покупала с той фигней, которая сейчас на губах. Это из той серии, вот как-то, ну, были такие помадки, гигиенички, зеленая гигиеничка, рисуешь на себе, это зеленое проявляет, зеленое рисуешь, оно как бы прозрачное, а проявляется красным. Вот оно, ну, не, может, не видно еще вот здесь вот, но скоро оно как бы это поменяет цвет. Если кому интересно, вот такие продаются, правда, я блески не видела, а в формате гигиенички зеленый флакончик я видела на Озон года два назад и год еще. Это Pain Fan, PEINFEN, Pure Natura, Aloe Vera 99%. У меня есть зеркало. Не знаю, откуда его. Зеркало. А, думаю, почему там обезьяны отражаются те, а там отражаются обезьяны, которые напротив меня на пианино. Ой. У меня есть еще одна помада от Avon. Смотри, какой красивый цвет. Куда бы его нарисовать? Во! Он прям такой яркий-яркий. У меня есть лак, которому 300 лет. Я когда-то не помню, когда его покупала. Он тоже с шиммером, но шиммер тут примерно вот такого же типа, мелкий. То есть, когда стираешь его с ногтей, этот шиммер не будет везде появляться. Он просто стирается с ногтей. У него давно прошел срок годности, но он все еще лак.
Хотя, знаете, мне кажется, лакши это не еда. Если срок годности прошел, то главное, чтобы не застыл. Тут, в общем, где-то две трети уже союза наркаться. О, зритель, не поверишь. Похоже, почти конец уже. У меня есть тряпочка, кусочек лена от брюк леновых синих, которые я покупала в Беларуси, когда второй раз там была с экскурсией. У меня тут есть какая-то переводная картинка, типа татуировка переводная. Видимо, это... А, это голубь. Ну и пусть лежит, мало ли, куда-нибудь приделаю на какую-нибудь бумажку. Так, что тут, по ходу дела, все. Да. Тут все. Все. Ну, один лак оттуда достала. В общем, это лак Golden Rose. Мне когда-то 100 лет назад его дарили. Ай, он все еще живой. Мне кажется, ему уже лет, может, даже лет 6. Как каналу. И он все еще жив. Он даже не засох, ничего с ним не стало. Вообще обалдеть. Сейчас я это попробую закрыть. Ту кнопочку. У меня сегодня получилось на первой вариации АСМРного ролика